Ваш Боже, Боже! Здравствуйте, ну как всегда, с вами, конечно же, я, Сир Макс, со своими приставками, своими картриджами от Sega и, конечно же, дисками, дисками от Sony PlayStation. После небольшого такого ролика, который вы увидели, страшного, надеюсь, мы посмотрим с вами игры не менее доброжелательные. Это такие, как, например, Warzone. Кто из вас не хотел поиграть в нас рестлинг? Рестлинг на Sony PlayStation – это вещь вообще классная. Также вам покажем второй рестлинг. Это был рестлинг среди мужчин, а это среди женщин. Такой добродушный, сами видите. Дальше вам покажем для любителей RPG-шных игр – это Алундра. Кто любит играть в RPG-шные игры, тот, наверное, заинтересуется этой игрой. Ну, а для детей, конечно, мы покажем. Эта игра называется Lomax. Отпадная игрушка. Всем понравится. У нас вообще сегодня разнообразная программа. Игр у нас очень много. Мы вам всех хотим показать, потому что у нас в салоне Бонус был завоз недавно. Кто постоянно приходит в салон Бонус, об этом, наверное, знает. Кто не знает, пожалуйста, приходите, приобретайте у нас игр вот так вот. Так, для любителей спорта у нас есть NHL Power Play 98. Для тех, кто любит поплавать, посмотреть морские глубины, хочу предложить вам вторую часть сокровища глубин. Называется она Float. Про дельфины, которые плавают по дну. Resident Evil. Вернее, Паразит Ив, извиняюсь. Игра, которая участвовала на заставке сегодня нашей, в начале передачи. Вы тоже ее, конечно же, увидите. И я хочу вам показать еще одну игрушку. Называется она BioFreaks. Сначала был Комбат, потом Tekken. А теперь BioFreaks. Рекомендую. В дальнейшем я вам расскажу тоже очень классные новости. Ну что ж, приступим к просмотру. For possession. DDT. Close quarters. Who's that? The Undertaker is down.
cracked it! Также в салоне бонус появились еще новые игры, которые вам не смогли показать, потому что времени, к сожалению, в эфире у нас ограничено. Это такие игры, как Magic Carpet, Ковер-самолет по-другому, и Heart of Darkness. Классные вещи, если придете, приобретите, не пожалеете. А теперь победитель конкурса, который я объявлял на предыдущей передаче. Привет, девчонки и пацаны! А вот и наш победитель. Что он может рассказать себе? Конечно же, многое. Ну, рассказывай. Ну, учусь я авиационными техниками. Родители у меня работают. Мать воспитатель. Отец сторож. Вот, зовут меня Марсель. Ну, что я могу вам сказать, пацаны, также девчонки. Играйте. Resident Evil очень крутая игрушка. Ее можно пройти, просто надо быть упорным и настойчивым. И, конечно же, он получает приз целых 3 диска, как я обещал. Не перевелись еще наши геймеры на Руси. Но переходим к конечному результату нашей передачи. Я хочу объявить конкурс, как всегда, хороший, долгожданный конкурс и самый, конечно, трудный для самых хороших геймеров.
Этот конкурс будет звучать так. Кто принесет нам, опять же, нашу же любимую мемори-карточку для Sony PlayStation со всеми записями секретных персонажей, повторяю, секретных персонажей игры Final Fantasy Tactics, тот получит вообще обалденный приз. Ну, на этом все. Конечно же, наша передача заканчивается. Ждите ее в следующий четверг, она обязательно выйдет. С вами работал Сир Макс и геймер Марс Сейль. На этом все. Пока.